Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Психонавты. Чувачок, ты что там, курился, что ли, ебал? Будем проходить дальше. Ты вот, остановились мы с вами на этом месте. Кто же это говорил? Почему, слушай, вот так вот нам камеру надо вертеть? Ну вот, потому что. Вроде бы я когда играл, не вертел. Это мое жилище. Слушай. Это моя. Это моя добыча. Не надо, пофиг. Почему он двойным прыжком не прыгает? Охо-хо-хо-хо, да. Я тоже так думаю. Охо-хо-хо-хо, и бутылка рома. Йо-хо-хо. Невидимость. Включай сейчас. Невидимость. Я ж включил невидимость, пупок. Так, у тебя еще и цензор кидает. А, ну нормально, у тебя жизнь нормальная. Включай невидимость. А как она включает? А вот он. Цензор. Цензура. Че ты здесь? На, вот, получай по морде. Ты еще живой? Так, вот тут. Что такое? Кто-то ноет. Подойди поближе. Это будет последнее, что ты. Опа, да, здесь сложновато. Здесь да. В этой игре, если честно, всегда было непонятно, как-то идти вот по графике. Прыгать куда, где, особенно с рыбой этой. А, с рыбой, да. Да. Давай, щелка. Ай-яй-яй, вот так бывает несправедливо. Ты можешь невидимость включать. Они тебя тогда не увидят. Так, вот теперь сюда ранг повышен, да? Подожди-ка. Вот сюда. Где я там встрял? Давай, разгоняйся. Сейчас прыгнуть надо. Оп, а вот здесь вот встрял. Встревашечное место. Вот именно. Вот здесь, да? Напоминает Крэша Бандикута, да? Помнишь, там тоже мы прыгали на похожих штучках? Ай-яй-яй. Эти титры мне мешают. Идите со своими титрами. Так, тихо-тихо. Блин. Мешочек там. Да что я не ту нажимаю, ты ебу. Мешочек давай убивай. Слушай, а может здесь можно сохраниться прям? Он будет сохраняться? Давай попробуем сохранить. А чё мы не сохранялись-то? Так, давай вот это летний лагерь вот сюда да. Сохраним. Чё мы не сохраняли? Надо почаще сохранять. Может здесь как-то F6 есть в настройках посмотреть. Так, мостики. 1332 мостики называется. Где теперь вот сюда надо прыгать. Допрыгивай. Ух ты, вот здесь вот, да? Оу, двигайся так. Шучу. Я призрак. Кто ты чайник, кто ты призрак, не поймешь, кто ты. Оу. Так. Так, тихонечко. Так, следующая палка. Ох, чувачок, я как же... Ты бесишь, но я тебя найду, ухмы. Кто? А, призрак все? Что ты здесь делаешь? Так, дальше, когда палка, вон тогда. Да. И там плачет бедная сумочка, мне уже жалко. Это так сделали вообще, чтобы действительно. Оп, посередине встань. На канат, что ли? Да. Прыгай. Поближе. Это будет последнее, что ты сделаешь. Так, теперь... Ай, так аккуратно. Тихо-тихо, стой. Подожди, сейчас... выключи. Да что эта кнопка мне попадает? Шкура. Невидимость включай. Отдай. Вот смотри, сейчас толстячок. А, два толстячка. Они тебя пока не видят, но... А тебе... куда нам топать вообще? Вообще... Так, и туда, да? Вообще тебе надо и вниз сходить, бирку отдать. Да и может нахрен нам нужна эта бирка? Давай-давай, бей. Не хочу я их бить. Куда топать? Вниз прыгай. Опа. Бей их, убьешь. Тебе сейчас и здоровье появится.
Так. Эй, там внизу. На, получи свою какашку. Вот прям в рот. Иди. Что это такое? Это пакет как-то? Чемодан или что? Ага. Все, давай сохранимся. Давай сохранимся. Да, подожди, возьми вот эту маску. Кабан, а ты кто? Че там такое? Закатившаяся звезда Глории. Глория, Глория. Глория, то есть успех, мировой успех, да, вот она выступает, спасибо, папарацци. Mm-hmm. Потом ей присылают письмо, она плачет, мазер суицид, мама покончила жизнь самоубийством, она все перестала нормально выступать и превратилась в какое-то чудовище, вот так вот. Вот так переживают дети за своих родителей. Вот, так, вон, возьми штуковину. И давай я сохранюсь, да. Надо чаще сохраняться. Надо посмотреть, нам надо, как, может быть, F6 есть. Понимаешь, сразу чпок-чпок. А ну, лучше давай в одну сохраняться, конечно. Может быть, наверное, и нет такого. Все, давай. О. Ой, я извиняюсь. Да. Так, давай, пойдем наверх, там сейчас будут эти молотилы. Точно наверх? Да, там будет молотило, смотри. Так, а сколько у нас невидимость длится? Вот, она сейчас уже закончится, вот, закончилась. Да? Да, но она сейчас появится. А где она появится? Вон там вот. А что, она не появляется? Сейчас появится. Надо давай, подождать. Появляйся. О. А как она израсходуется, непонятно. Упадешь же. Ну куда? Куда летишь? Куда летишь? Давай сохранение тогда. Подожди, а нет, не надо. Что ты здесь делаешь? Может, лучше сохранение, да? Давай сохранение начнем. Я тут рядом. Допрыгнуть просто надо. Жилище. Ух, ёп, ты акробат. Тихо, тихо, тихо. Поровнее вставай тоже. Подойди поближе, и это будет последнее, что ты сделаешь. Ровненько. А то можно и не допрыгнуть. Все, 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 вот в ту сторону тебе надо. Можешь побить их. Где невидимость? Во. Все, беги, пошли беги, беги. Взад, долбанные боксеры. Так, вот этот, видишь, свет зеленый, тебе тоже его надо опасаться. А куда нам вообще вот надо? Вот прямо, иди пока прямо. Теперь вот сюда вот, на эту качельку. Да. Оп! Там давай вот сохранимся. Прям здесь? Да пофигу, да. Почаще надо сохраняться, ё-моё. 10 раз начинать. Попёрлись. Ёп. Так, подожди, не торопись. О, а куда дальше? Туда прямо. Там еще одна бирка, кстати. Ох, еще враги. Фу, ёп, враги, много врагов. А, эти цветочки маленькие, цензоры. Так, а как оно? Столько кнопок, сейчас столько кнопок. Давай. Бей, 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 бей. Чего? Что-то у тебя повышено там. Так, повышено. Так, кстати, да. Сюда что? Крипу залазит. Я ни черта не вижу. Да, вот сюда так, точно. Решим бить. О, темно. Куда-то, посмотри, лифт. Темно. Приехали. Здесь. Так, сохраняемся, наверное, все. Ты убей его или как? Не хочу я никого убивать, нахрен. Невидимость, невидимость, невидимость. Вот с шкуры попал. Этот взрывается, если что, его поджигать надо. Ну иди ты взад, не помнишь, хочу его поджигать. Куда бежишь? Или он сейчас взорвется? Давай взрывайся. Два взорвались. Ты сам так захотел, да. Смотри. Да подохни ты уже, пупок. А, вон он стоит. Да? Сейчас сохранимся здесь. Как ты смеешь вторгаться в жилище призрака? Остались или умрёшь? Чё? Бери свечу. Пойдем подожгем, там какая-то лупа была. Давай сохранимся лучше. Как раз куда ты ходил. Ну, я говорю, не факт, что ты начнешь прямо отсюда, понимаешь? Ну да, ну, на всякий случай. И... даже зря. Давай. Ну давай. А где эта свеча? Вот есть? Она. Да, свечу ты взял. Сюда что? Угу. Давай, ставь ее.
поставил, теперь поджигай. У тебя есть способность поджигать. Интересно, как я зажгу свечу? Интересно, как это я невидимо. Зажгу свечу? Нет, у меня тут такого нету. Есть у тебя вот. Как ты свечу поставил, так же и поджигай. Уходим. Давай. Еще раз. Так, я свечу поставил. Интересно, а, вот. Как я... Ну, видишь, а ты говоришь, нет. Слышно, слышно. Солнечный свет. Подлый ребенок, ты заплатишь за то, что разозлил приз. Да-да, а как скажешь. Теперь постой, чтобы я снял с тебя маску и врезал разок. Ты шкура. Так, ну что, пойдем тогда. Пошли. Освободился проход, да, и мы должны туда допрыгнуть. Так, а что, там допрыгнуть? Тогда только на шару. Да, получается, что только так. Оу! Допрыгнул, зашибись. Всё, молодец. Мы засиси! Прошли, наконец-то. Хорошо, призрак. Настало время узнать, кто ты на самом деле. Ах, это понятно, этот наш критикос. Паскуда ты, уродливая. Рыжая. Да. Как я и знал. Я, ты говорил, что это Бекки. Шутки в сторону, призрак. Что? Чтобы я? Как ты смеешь считать меня этим ободранным и романтическим подлецом, который годами терроризировал публику? Да, кажется, вы правы. Он такой ловкий, проворный и худощавый. Вы точно не он. Это почему? Конечно, я и есть он! Маскарад окончен, приятель! Тебе больше не придется терроризировать театр в роли призрака! В роли призрака, может быть! Но он ничто в сравнении с деструктивной силой злобного критика! Я могу говорить такое и выглядеть крутым. Собака лает, а караван идет. Чё? Что такое? Что происходит? Ах ты хмырь, летать умеешь? Как насчет этого? Клещ-то засел в театре, а? Вцепился. Паскуда, в этот, да, театр. Не дает ничего. Надо развиваться. Надо избавить, да, театр от этого клеща, критика. Долбанный критик. Чтобы у нас только хорошие были. О, смотри, какой босс. С ума сойти. Угу. Вон, смотри, лупы показывают тебе, видишь, да, где находится? Действительно. Тебе надо туда как-то допрыгнуть. А как это? А вон там, смотри, нотки какие-то играют. А вот и свечки, смотри. Внизу свечи. Ну ты помнишь, невидимость, все дела. Так, хорошо, ладно. Тебе надо взять свечки. Давай. Если что, невидимость, превращайся. Так. Так, тебе надо как-то допрыгнуть. Вот я не знаю, как, может, как-то лишь на шаре, что ли? А шар не берется здесь. На этой хренотне, что ли, прыгать? Короче, наверх, помнишь, да, показано было? Я не знаю, каким образом. Ну, как-то наверх. А, критика летит. Вот что значит критика, да, деструктивная. Да уж. Да, вы правы. Никакой техники. Нет, его долбануть нельзя, да? Да, только вот именно что-то со свечами там сделать надо. Туда тоже я не могу. Не пропускает, да, меня что-то. Да, да, да. А чё я сдох-то, ёпта, налево? А, вот смотри-ка, ты опять отсюда начал, нормально. Бери свечку. Недостаточно хорошо.
Так, что это у нас за канатики? Это ни хрена. Это здесь свечи были. Вот это вот нотки вот эти, не знаю. Может как-то, типа, так, как шар включал летать, помню? Это знаете, с чем он кидается? Чернилами. Нам главное попасть. Ручки, да. Куда вот непонятно. Ну, можно было понять это все, понимаешь, да? Как? Странно, как же его загасить-то, ё-моё. Туда никуда нельзя. Туда надо запихнуть к нотам, но ничего не получается. Не получается ничего делать. Это точно. Нет, сюда он ничего не делает. Здесь мы закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Смотрите наше прохождение. Пока. Так, ну вот, мы начинаем гасить босяру. Разобрали шаром. Оказывается, кнопка была на другой стороне. Вот здесь она была. Вот здесь, так что да, и можно было, оказывается... То есть, помните, да, летаем мы на этом шаре, на котором же мы и бегаем. Левитационный шар наш. Давайте сейчас гасить его. Сейчас, вот как я и сказала, собственно говоря, мы на этом шаре взлетаем вот на эти нотки. Мы были на уроке, как вот этой Милы, да, помнишь? Да, Мила Дэнс Пати был у нас. Вот, она нас научила вот так летать на шаре. Вот сейчас летим. Так, и сейчас мы будем ставить сюда свечку, потому что у нас... Оп, все, и зажигает тоже кнопочка. Да. Интересно, как поплен нахрен. В общем, он уязвим к свету. Вот все, сейчас смотрю, туда прыгаем. Упыречек. Оу! А, здесь эти злые актеры сейчас появились. И собаки же актеры. Ага, актеры паскудные. Как гав-говнюк. Да, гав-гав-говнюк. Ой, шкура, только не попадет. Так, ага, заплатишь. Не попали. Так, опять применяем. Еще можно, да? Еще да. Можно. Зачем мы, интересно, три свечки взяли? Наверное, нужны будет. Давай посмотрим. Взять его. Ну, они достанут. Да прыгай ты, Ильич. Очкастый. На, получай. Ох.
Ну как это, как это? Заносится. Надо убить этих вонючих собак. Да, 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 убивай, правильно. Шкурей. Он еще, я говорю, кидается. Смотри, он даже сидит снизу и снизу все равно кидается. Вот за сюда. Я сейчас уже не пойду. А, и кстати, да, вот еще хотел сказать. Мы, значит, чтобы нам было полегче, сходили в этот, в наш мир лагерный, да, и купили у этого деда, у старикашки у этого, купили еще 3 конфеты. Вот эти конфеты, главная хижина, да, в лагере, эти конфеты, они нам помогают выживать, да. Ай, блин, да что и кнопки. Вот, они нам помогают выживать, когда жизни заканчиваются, они у нас не так, чтобы мы вообще проигрываем, они нам обратно набираются, и так 3 раза можно сделать, это нам как запасные варианты, да, мы их набрали, на тот случай, мало ли, если мы погибнем, они могут очень нам помочь, пригодиться, чтобы заново нам не начинать. Опа, давай. Конфетки нужно обязательно покупать. Конфетки. Да, поэтому конфетки очень хорошая штука. Упала шляпа, упала на пол. Сейчас ты получишь пощечину, толстосум. Нахрен, блин, не надо. Полетел. О. Так, что он там делает? Ох ты, он стреляет в нашу эту световую штучку. Подстрелил. А там еще есть, так что вот почему нам 3 свечи дали. Никакой техники, очень раздражает. Да, кстати, Леша еще кое-что хотел сказать насчет озвучки. Радостно. Какой озвучки? Вот этого босса. А что, говорить что ли? Ну, это босса озвучивает человек, который озвучивает... Сейчас мы летим, потому что кнопочку жму, летим. Да. Озвучивает Шерлока Холмса Ватсона. Также Blue Drain, он озвучивает плохих героев. Так, вот здесь. Он везде озвучивает. Хороший, да, озвучка, неплохой голос. Так, поставил, да? Да, да, давай зажигай-то, ёп. О, ага. Падай, гнить. Это его прихвостни поганые. Прям, видимо, это его прихвостни оскорбляли, которые людей. Помнишь, ты уродина жирная, помнишь? Да, точно. Вот, это его прихвостни, которые, так сказать... Да беги ты куда-нибудь, хмы. Злые актеры, да. Да. Тихонько смотри. Блин, опять перепутал. Так, смотри, как они нас быстро поджигают. Хорошо, что у нас 9 этих мозгов, ё-моё. Да, это вот очень тоже, конечно, спасает. Дорожка. Ух, не то нажал, ё-моё. То есть это все, да, нервы. Нет, лучше я побуду в этом мозгу еще. То есть, а как, чтобы вернуться нам в этот мир, купить конфетки, да? Как раз нужна вот эта нюхательная соль. Вы нажимаете ее, да? Но придется уровень заново начинать, и босса заново уже с не его... нулевых жизней начинать уже гасить, поэтому что там такое не получается. Почему у меня этих очков нету? А, невидимости у тебя нету, да? Набрать ее надо как-то. Шкура. Вульгар там было. Комментарии его такие. Это он какими-то чернилами. О, смотрите, сейчас конфетки у нас наберутся. Вот у нас. Оп. Да, видите, это благодаря этим. Использовал. А если бы сейчас не было этой конфетки, то он проиграл Лешу. Да. И опять бы психовал. И начинали бы обратно. Заново бы начинали, да. А так вот благодаря конфетам мы можем... Да шкура, ты задолбал. Где моя невидимость? Сейчас она поднаберется. Где, смотри, вообще нету ничего. Mm-hmm. Она вообще не набирается. Опять паскуда подожгла собачья жаба. Че это за херня? Идите нахрен отсюда, собаки поганые. Испортили людям театр хороший. А, это собаки, понятно. Вот как собаки, которые гавкают. Это собаки, эти какие-то кустарники, вот эти растения. Они, да, они гавкают и портят людям вообще кино, все. Да, вот такие вот упыри есть. Ох. Не понимать, где мои очки? О, смотри, вот только вот сейчас она заполняться начала. Может быть, надо было убить вот этих животных всех, этих актеров, все, которые играют роль животных.
скучно тебе? Сейчас мы тебя грохнем так будем. Что ж ты делаешь в этом театре? Что ж ты сюда прицепился? Получай. Опять собаки, да, воскресились, да. Опять пришли. Вот сейчас опять конфетку Леша, кажется, будет использовать, да? Она сама используется автоматически. А, ну да я и говорю, что будет. Все, видите, набирается. А сейчас бы Леша второй раз проиграл. Да. Поэтому эта штука нужна обязательно, тут она пригодится. Понравилось? Что понравилось? Собаки жарят, цветы колят. Так, сейчас невидимость и поперлим. Попернем, пернем. Так, они, главное, даже шар не видят, да? Даже несмотря на то, что шар невидимый, то есть видимый, они все равно... Куда нам сюда? Вот здесь, похоже, свечки. Есть, вот, давай зажигаем. Че он падает, вообще не понимаю. Ну, ослепляет его, он, наверное, не может машине управлять своей, его ослепит. Шкура! Ой. Ох, летучие мыши появились. Да, появились, да и похрену. Актеры летучие мыши. Они тоже плохие, кажется. Блин, портили нормальным вот этим зверькам или полулюдям-уродцам все вообще на свете. Так, давай, полетели. Ой, надо на нотки попасть ему. Он что-то стреляет, но куда он стреляет, непонятно. Пытается в тебя попасть, конечно, куда еще. А здесь они еще, смотри, они еще здесь. У нас тут полный Хэллоуин. Что еще можно сказать? Полный Хэллоуин. Да, надеюсь, мы последний раз его долбанем. О, сейчас на шарике быстрее будет. Ну, шкура, сдохни. Наконец-то. Зубы все прогнили от своей критики. Разжирел. Сиди на одном месте. Уродец ты какой. Да, уродец, да. Леша говорит, а здесь все уродцы. Все уродцы. Да не, мне, кстати, вот этот наш главный герой нравится, нормально. Но они бы посмотрели на мир людей, сказали, худо вы тоже уродцы. Да, да, на самом деле. Для них они нормальные, а для нас мы люди нормальные. И что бы Глория делала без ее музы? Ну что, сейчас должна это выйти, которая вечно плакала, то есть с мужским голосом. Наконец-то мы ее увидим. Выползла. Все волнуются. Все, да, все ждут выступления. Ох, солнышко, понятно, понятно. Ой, даже психонавта нашего ударила. Улетел он, да. Ильич. Главное, спасли, да? Птички залетали, все отлично. Точно, вот она, свет театра этого. Пьеса дерьмовая, хуже. Так, там еще что ли он ждет? Он что, живой что ли? Да, похоже на то. Жесть, а что он такой мелкий? В попкорне поместился своим. Вот таким ты должен быть фрейцем, да. Смотри, он уменьшается, смотри. А почему он уменьшается? От злости лопается. Да, вот так вот критика, вот так вот со всеми бы критиками, да? Так? О. Дед, докритиковались. Сегодня ты звезда. Пожалуй, мне так, стоит вот эту хрень сейчас мы заберем, пожалуй, пока я еще молода. Ну иди. Вот она у нас как, значит, выглядела, да, действительно шедеврально. Прям вся блестела. Победи Джаспера сделали. Да. Чтобы помочь старой... Чего настроение? Помочь Глори совладать с чем-то там таким. Ну-ка, сходим посмотрим. Да, на самом деле, видите, у нее волосы даже все в разные стороны. Она раньше еще и светилась. Так, вот а что нам за хрень-то? Куда там дальше? А потом она сошла с ума. Этот так и стоит у нас. Поджигатель. Да, они стоят, они психи, походу. Да, да, я так думаю, что тут, наверное, все психи. Надо сходить там, где Глория это стояла, где она была. Давай посмотрим, что там она. Она же нам, получается, с прохода-то ушла. Спрыг. Там зацепился. Вот, о, плавьем. Можно, смотри, что-то поднабрать, да? Жизни. Хотя здесь жизни это уже другие немножко жизни. Да, конфет надо будет набрать потом. Ух. И наконец-то новое какое-то место.
Вперед! Нет, не слушайте его! Отступаем! Замолчи, идиот! Победа будет за нами! Веллингтон бежит! Это наш звездный час! Психи! Да замолчи ты, псих! О, Франкенштейн! Невозможно выиграть! Мы проиграем! Наполеон Бонапарт! Ты давно проиграл, Фред! А теперь потише там! Я санитар, и в моей больнице должно быть тихо и спокойно. Понятно? С ума сойти. И здесь кто-то живой, смотри. И здесь кто-то живой. Плохой, да. Ты прервал терапию мистера Тигли. Мистер Тигли. Le jour de gloire est arrivé. Как скажешь. Наполеон, француз. Mm-hmm. Ну что, тогда здесь мы, наверное, закончим. Победили этого Убивайте босса. Убивайте за папочку там. Смотри, у нас 10-я, по-моему, прибавилась. Да? Ну, отлично, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки, всем удачи, пока, смотрите наше прохождение. Пока.